Жизнь несправедлива, не так ли, дружок? Одним суждено пировать, другим же прозябать во тьме, вымаливая объедки. Как ни странно, мы с тобой ничем не отличаемся. Оба хотим найти выход. Муфаса идет! Это не учение! Приготовься встречать его величество. Церемониал стандартный, поклон стоя с почтением. Зразу, у меня обед убежал. Лучше подумай, как оправдаешь свое отсутствие на церемонии. Я ни перед кем не оправдываюсь. Шрам, шрам, стой, 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 стой. Нет, 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 не смотри на меня так. Ты не голоден, Зразу? А то, может, останешься на закуску. Стой! Меня есть нельзя! Королевских придворных есть запрещено! Не надо! Отпусти! Шрам! С чего такая честь для простых смертных? Хочу знать, почему тебя не было на представлении Симбы. А оно сегодня было? Совсем запамятовал. И в мыслях не было выказывать неуважение королю, да и Сарабия. Само собой, я отношусь с безмерным почтением к королеве. Как брат короля, ты должен быть первым в очереди. Так я и был первым. Но если ты забыл, наш новоиспеченный принц сместил меня. Не поворачивайся ко мне спиной, Шрам. Это ты не поворачивайся спиной ко мне, братец. Это что, вызов? Чтобы я бросил тебе вызов? Опять? Благоразумно. С его величеством тебе не тягаться. Что касается ума, то львиная доля досталась мне. А вот по части грубой силы, боюсь, мой старший брат будет править всегда. Вовсе нет, Шрам. Однажды я передам власть сыну. Симба станет твоим королем. Да здравствует король. Вот что мне с ним делать? Да полно. Мы оба знаем, его давно пора изгнать с земель Прайда. Вы мой брат, Зразу. И здесь его дом. Пока правлю я, так все и будет. О, в семье не без удода, сир. Один мой кузен возомнил себя дятлом. Начал биться головой об эти... о деревья. И это нашим-то клювом. Словом, схлопотал сотрясение. Ой, где вы? Сир, погодите!